Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть 8. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту, гладкую кожу, шелковистые волосы, стройную фигуру и легкую походку. Следующим представителем необходимых витаминов для красоты и здоровья является витамин К. Этот витамин – защитник здоровья кожи, костей, зубов и почек. Он обладает свойством останавливать кровотечение, повышая свертываемость крови. Так, если не хватает витамина К, то это может грозить плохой свертываемостью крови. Могут не только кровоточить десны, но и возникают кровоизлияния, подкожные, внутрикожные, носовые и даже желудочные кровотечения. Его недостаток часто проявляется также в виде синяков под глазами. И когда такое происходит в организме, какая ж тут красота? В норме витамин К синтезируется в тонком отделе кишечника особыми микроорганизмами. Кроме того, он присутствует во всех зеленых овощах: шпинате, брокколи, стручковой фасоли, сладком перце, оливках, морской и свежей белокочанной капусте, курином мясе, свиной печени, моркови, плодах шиповника, в засоленных зеленых помидорах, корнеплодах и фруктах витамин К содержится очень мало. О других витаминах вы можете узнать в следующем видео. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.